Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hills of Hill Racing, так называемый зомби. Зомбаками мы тут воюем, ребятушки. Прокачали мы машинку, но все не можем дойти мы до победы. Чего-то не хватает у нас. Я тебя попрошу поставить лайк под этим видео. Обязательно подписаться, поставить колокольчик, чтобы мы смогли пройти эту серию. Потому что очень-очень тяжело мы не можем пройти. Хотя мы прокачали полностью машинку, двигатель, трансмиссию. Ну, мы сейчас еще утяжелитель купим. Я думаю, с утяжелителем будет лучше. Хотя, точно не могу сказать. Тяжело очень почему-то. У нас машинка переворачивается постоянно. Но пройти надо. Трассу пройти надо. Сейчас посмотрим. О, смотри, врезались, да? Вот просто так взяли на ровном месте. Врезались. Так, закончилось топливо. Мы вообще не прошли. Даже чуть-чуть. Так, 900 монет нам заплатили. Давайте посмотрим. У нас все на максимуме, кроме вот утяжелителя. Давайте купим утяжелитель полностью. Все, 1000 монет у нас еще осталось. Поехали. Давай попробуем. Так, я надеюсь, ты уже поставил лайк. Я надеюсь, ты уже подписался, чтобы мы прошли сейчас эту карту. Потому что что-то очень как-то странно. Пройти не можем. Давай, 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 давай. Машинка у нас полностью прокачанная, но почему-то она тормозит. Не знаю, в чем прикол. Просто тормозит и все тут. Давай, давай, еще немножечко. Так, половину пути мы проехали, ребята. Так, осталось немножечко у нас. Давай, давай, давай. Все, половина бензина. Так, здесь у нас... Мы всегда здесь не попадаем. Так, у нас еще и ускорителя немножечко осталось. Давай, 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 машиночка, пожалуйста. Пожалуйста, ой, хорошо. Заехали наверх. О, еще наверх заедем. Хорошо. Так, все, ускоритель у нас закончился. Так, ну бензинчик еще есть. Надеюсь, проедем. Ой, давай, давай, еще. Ой, хорошо, ребята, мы проехали. Практически, да. Да, да, да. Ой, спасибо большое за лайки, спасибо большое за подписку. Без вас я бы не справился. Вот, еще и кучу денег заработали. У нас этого будет 2000. А вот у нас и новенький автомобильчик, который я вам рассказывал в прошлых сериях, что у нас будет пикапчик. Наконец-то мы до него дошли. Вот такой замечательный пикапчик. Давайте попробуем проехаться на новой трассе. Так, вот у нас какая трасса интересная новая. У нас с вами аж 6 колес оказывается. Нифига себе. Так, как у нас... Машинка едет нормально, в принципе, неплохо. В принципе, хорошо. Так, ну проехать, естественно, мы сразу катку эту не проедем. Да, закончилось у нас все. Все на свете закончилось. Давайте в этот раз будем с вами прокачивать все потихонечку, постепенно. Возьмем ускоритель. Посмотрим, как он выглядит. Вот такой вот ускоритель. Давайте прокачаем с вами колеса. Вот такие у нас колесики будут. Давайте прокачаем пушку. Вот такой автомат. Бензин прокачаем. Так, сколько у нас там еще? 800. Двигатель прокачаем. Так, 530. И прокачаем с вами трансмиссию. Ну, такая вот у нас более-менее прокачанный автомобиль стал. Сейчас попробуем. Сейчас поедем. Во! Пушка какая, смотри. Сейчас посмотрим, сколько мы вообще проедем. Ой, хорошо прям. Она такая огромная. У нас машинка так непривычно. На полэкрана, мне кажется. О, прям замечательно. Так, сюда мы не заехали. Ё-моё. Так, ну, давай, давай, давай. Ускоритель полностью включим. На всю мощь. Неплохо, неплохо. Мы практически трассу проехали. Офигеть. Хорошо. Давайте нам побольше денег.
Так, итого 300, ну вообще, да, 500, 500 монет будет. А, даже 600. 620 монет, офигеть. Нужно что будем тратить? Давайте прокачаем вес. Так, ну все, остаток больше денежек нет. Прокачали вес нашего автомобильчика. И сейчас мы будем дальше ехать. Неплохо, неплохо. Давай, 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 машинка. Не знаю, проедем мы или нет. Трассу-то сегодня. Я надеюсь, проедем. Так, давай, давай, давай. Давай, да что ж такое-то? Алло. Поехали, давай, вперед. Нам нужно хотя бы доехать, хотя бы до той точки, к которой мы только что доехали. Нет. Видимо, не всегда удается так сделать, потому что здесь нужен скилл. Итого, что мы имеем? Ну, давай трансмиссию возьмем. Блин, она дорогая, 500 стоит. Все, трансмиссию мы улучшили. Теперь максимальная скорость у нас с вами будет больше, чем 60 км в час. Ой-ой-ой-ой-ой, врезались. Нормально. Едем дальше, вот ускоритель нам поможет. Да, колеса нормальненькие мы купили, хорошие. Проедем ли или нет мы? Сейчас я посмотрю. Давай, давай, давай. Ах, ускорение закончилось. А, в ненужный момент. В принципе, чуть-чуть доехать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не хватает, не хватает. Немножко нам. Чуть-чуть. 3 миллиметра. 3 миллиметра мы не доехали, ребят, с вами. 590 монет. На эти деньги мы с вами купим нет, давай. Ну, давай двигатель. Да. Экономия топлива. Нам как раз нужно экономить топливо. Ну все, поехали. Так, зомбари. Отдыхайте. Так, вот здесь вот нам мешает вот эта штука. Сверху, забор вот этот. Мы на нее зацепляемся постоянно. О, а что мы только... А, мы двигатель, да, купили? Ну, да, неплохо стало. Прям с движком. О, так, закончилось топливо. Ё-моё, чуть-чуть-то доехать осталось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, либо бензин покупай, да, либо неизвестно что. Так, 628 монет. Ага, 800 монет всего. Ну, давай бензинчик возьмем. Поехали. Угу. Давай, давай, ускоряйся, машиночка. Зомбареют эти сейчас. Оп, опять, видишь, врезаемся. Нехорошо. Тихо, тихо, тихо. Вон собачка бежит с этим, с взрывателем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Ой, хорошо. Так, что у нас там получается? Ой, совсем доехать-то. Ай-яй-яй, топливо, топливо закончилось. Чуть-чуть, чуть-чуть, ребяточки. Миллиметр. Миллиметр не хватило. Угу. Плюс 7 метров мы доехали, чем в прошлый раз. Тысяча, тысяча, тысяча. Так, ну давай, давай приобретем еще эти самые колеса. Какие сейчас будут колесики у нас? О, вау, хорошие. Хорошие, мощные колеса. Ну, сейчас, я надеюсь, мы проедем дальше. Ага. Опять-таки мы врезаемся. Все. Не знаю, как куда доедем, конечно. О, давай, 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 давай. О, еще немножко. Так, ускоритель нам помогает все равно. Так, что у нас там по трассе? О, доехать. Да ё-моё, да как так? Опять топливо закончилось. Да что ж тебе такое купить, чтобы у тебя топливо не кончалось? 600 монет. Ну, на 600 монет мы тут... Что можно купить на 600 монет? Бензин. Ну, давай бензин возьмем еще. Поехали с бензином. С повышенным бензином. С супер колесами. Движочек мы тоже купили. Нормальный двигатель у нас.
Угу. Тихо. Так, проезжаем. Так, сейчас застрием. Опять застряли. Ага. Ну, с таким количеством бензина, я не знаю, мы... Я не знаю, мы должны проехать сами. По-любому. Сейчас проверим, сможем мы доехать-то. Или нет. Да, мы доехали. Наконец-то. Отлично, мы этап завершили с вами, ребята. И заработали кучу денег. Итого 686 монет. Ну, это не сильно прям и много. Но проехали мы трассу нормально. Так, а что у нас тут потом идет? Потом у нас здесь будет паром идти. Паром. Через паром мы проедем и получим новую тачку. И здесь останется еще три тачки, я так думаю. А четвертая тачка, смотри, написано, что еще пока ее нету. Но скоро будет. Интересно. Интересно. Давайте посмотрим, что приобретем. Я предлагаю приобрести еще двигатель помощнее. Да. Ну что ж, будем заканчивать серию, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Обязательно, обязательно, ребята. Еще передавайте привет. Напишите привет. Я передаю привет в следующем ролике. Ну, а сегодня будем заканчивать. Всем пока-пока. До новых встреч.